В Магадане продолжаются благостроительные работы. Основной объем в этом направлении возложен на плечи городского коммунального предприятия «Комбинат зеленого хозяйства». Его специалисты ежедневно выполняют целый комплекс мероприятий, направленный на создание комфортных условий для проживания в Магадане, в том числе и для горожан-пешеходов. Наряду с ремонтом тротуаров проводится обновление уличных лестниц. Всего в Магадане их 300. Как отмечает в КЗХ, каждый сезон планы по ремонту лестниц перевыполняются. Список корректируется в сторону увеличения с учетом обращений магаданцев. Так, на прошлой неделе по обращению жителей была отремонтирована лестница в районе Портовая, 38, корпус 2 и 3. Производится в данный момент демонтаж лестницы. Уже произведен. Будем по новой сейчас собирать. По обращению жителей сейчас на данный момент строится новая лестница из лиственницы. Вот. В кратчайшее время, думаю, дня через 2-3 будет уже завершена работа. Как отмечают специалисты, процесс ремонта лестниц, заливки ступеней уже отработан, рука набита. И единственное, что могло помешать выполнению задач, это только погода. В этом году она благоприятная, поэтому никаких отставаний по плану нет.